Пойдет под суд за пьяную выходку со скамейкой. Следственный комитет завершил расследование в отношении 38-летнего северодвинца. Напомним, перепалка произошла в Северодвинске 26 декабря в отделе ГИБДД во время составления протокола. На просьбу автоинспекторов присесть мужчина ответил бранью и замахнулся на сотрудника ГИБДД первым попавшимся тяжелым предметом. Работники органов среагировали быстро и обезвредили нападавшего. По данному факту Следственным комитетом по Северодвинску было возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время расследование окончено, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Следствие установило, для мужчины это не первая езда за рулем пьяным. За аналогичное нарушение его уже лишали водительских прав. Прокуратура Северодвинска проверила, как соблюдают местные муниципальные предприятия законодательство о закупках. По закону они обязаны сохранять прозрачность расчетов через отчетность в едином реестре. Итог проверки. В 10 организациях скрывали данные о контрактах и аукционах. Например, МПЖРЭП, МУП ЖКК, СМУП и ПЖКО Ягры, Водолей и Белое озеро не сдавали отчетность вовремя, другие не отчитывались пару лет. По результатам проверки руководителям муниципальных предприятий внесено 10 представлений об устранении нарушений закона, а протестовано 6 положений о закупках. Материалы проверки направят в антимонопольную службу. Виновникам грозит административная ответственность. Наркодилера-рецидивиста задержали в Архангельске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Им оказался 41-летний безработный. При себе у него находился сверток с растительным наркотическим веществом в значительном размере. Возбуждено уголовное дело. Безработному грозит до 3 лет колонии.